dvhub.ru. Награждается Азимок Владимир Ефимович, коммунист, заместитель председателя профсоюзов пассажирского автотранспортного предприятия. Сейчас у них другое название, но мы его знаем как пассажирское. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Власть покончила, у всех была работа, и большинство была работа такая по душе. Можно было выбирать. Сегодня безработные. Уровень жизни у нас упал. У нас больше 20 миллионов нищих и голодных. При стране, которая все у нас есть. Вы спросили, какая организация называется вместо пассажирского МУП ПТП. Оно будет просто транспортное. Потому что МУП, как вы знаете, в банкроте. А из-за кого? Вы знаете. Все ноги были стоптаны до самой Москвы, лично мною. Был я и в Думе, был я и в приемной президента, но президенту я не попал. Только попал именно к депутатам Государственной Думы, где я вручил письма и обращения и на них, и на президента.